rounds. And let me tell you, I'm not conceited. I'm just convinced. Harry, listen, I'm so modest. I can admit my own fault. And my only fault is I don't realize how great I really am. Давайте займемся делами. С вами шоу «Молодые дельцы». Сегодня четверг. Каждый четверг. И с вами Джей Си, и я Джей Джи. Каждый день я общаюсь со множеством людей. Кстати, мы недавно запустили новое шоу. Не знаю, все ли его видели. Оно называется «Магнаты сетевого маркетинга». И у нас в гостях был просто невероятно талантливый гость. Серьезно, просто супер. Поэтому, если вам интересно все, что касается прямого маркетинга, сетевого маркетинга, прямых продаж, шоу выходит... Когда там выходит шоу? Не это шоу, а «Магнаты сетевого маркетинга». Каждый четверг в 11 утра на шоу приходят мультимиллионеры, и каждый из них, абсолютно каждый упоминает своих наставников. Каждый из них, ведь так? Каждый из них говорил, огромное влияние на меня оказал мой наставник. Я спрашиваю, что это значит? Что какой-то парень просто приглядел тебя под своим крылом? Когда ты слышишь слово «наставник», потому что мы из разных поколений, когда ты слышишь это слово, ты о чем думаешь? Я думаю о том, что мне никто не собирался помогать. Когда я слышу «наставник», я думаю, какой еще наставник, ты о чем? Забавно, потому что, когда я был помладше, я всегда думал, что наставник — это человек, с которым ты договариваешься о встрече, кто-то вроде советника, с которым вы говорите с глазу на глаз. Но сейчас как-то, знаешь, как-то все поменялось. Да, это точно. Сейчас все совсем по-другому. Я не думаю, что сейчас у вас бы получилось вот так вот просто встретиться с Джимом Роном, и Джимми бы помогал вам. У него была семья, у него были свои дела. И, кстати, сейчас это невозможно, потому что он уже умер. Как ты можешь с ним посоветоваться, если он умер? Можно читать его книги? Можно читать, да, но никто не хочет читать. Никто. Я не хочу читать, хочу сразу все уметь. Хочу играть в покемон! А я нет. Итак, сегодня мы поговорим о наставничестве. Ты не играешь в покемон? У меня даже приложение не установлено. У нас есть фигурка Гранта Кардона в стиле покемонов? Полли, может ее достать? В покемонах есть моя фигурка с подписью 10X. Итак, сегодня я отвечу на ваши вопросы. Наш номер 305-865-8668. 305-865-8668. Если вы хотите получить наставников, то сегодня я и Джеред к вашим услугам. Ему 32 года, мне 58. Я владею 5 компаниями. Джеред работает в одной из них. Он ежедневно видит, как я действую. Что из этого работает? Что нет? Что вообще происходит? Джеред многое повидал. Да. О, да. Например, моя жена хотела выступать с речью на каком-то конкурсе и не знала, о чем говорить. Я сказал, «Эй, детка, у тебя под носом творится такое, о чем другие не имеют представления. Расскажи об этом». Поэтому в нашем шоу мы хотим помочь вам. Мы выходим в эфир каждую среду, четверг. Каждый четверг. 12 часов. 12 часов по времени восточного побережья. Мы вещаем из Майами-Бич. Мы бы с удовольствием пригласили вас в студию, но если вы не можете прийти, вы можете позвонить или задать вопрос. 305-865-8668. Давайте поговорим о наставниках. Где мой номер телефона? Где номер? 305-865-8668. Я обожаю говорить с людьми. Итак, поговорим о наставниках. Первое, что следует сделать, когда пытаешься найти наставника, я думаю... Во-первых, нужно выбирать с умом. Даже я не знаю, что это значит. Давай заглянем в словарь. Опытный и надежный советник. Вот зачем нужно искать определение слов. О, кто поможет мне? Нет, тебе нужен опытный и надежный советник, так? Опытный и надежный. Беря в расчет определение,
Мне нужен тот, кому я могу доверять. Да, и это тот, который обучает кого-то, обычно более молодого коллегу. Ну, мне кажется, про молодого коллегу это ерунда. Думаешь, что главное в том, что у него больше опыта, так? Мужик, мне 58, я молод, я могу пойти к 12-летнему, чтобы он обучил меня тому, что я не знаю. Я могу пойти к кому-то младше меня, ведь так? Да. А что ты скажешь по поводу... Ведь к тебе обращается множество людей, буквально каждый день люди просят тебя: «Грант, будь моим наставником, просто поговори со мной 15 минут по телефону», и прочее, и прочее. И ответь мне, пожалуйста, вот в чем заключается первый шаг на пути? Я говорю об буклете миллионера. Во-первых, не нужно доверять себе. Если ты пытаешься добраться из точки А в точку Б, будь то сбрасывание веса, набор мускулатуры, или деньги, или успех... Тебе нужно доверять тому, кто дает тебе совет. Тебе не нужно более того. Ты не можешь доверять себе. Ты не должен этого делать на данном этапе, потому что у тебя нет опыта. Когда мне было 25, я вышел из реабилитационного центра, последний, кому я мог бы доверять. Кто-то сказал, тебе нужно довериться себе самому. Братан, ты серьезно, учитывая все, что я натворил? Я не доверял себе. Мне нужно было довериться кому-то еще. Поэтому я купил курс Джеки Купера. Он был великим. Великим продавцом машин, а я как раз продавал машины. Я думал, мне нужно учиться у продавца машин, а не у продавца мебели. Или не у сетевика, мне нужно учиться. У того, кто имеет опыт, кто побеждает. Я купил его курс, не мог же я прийти в гости к Джеки Куперу. Мне нужно было платить по счетам. Вот почему многие сокрушаются. Как жаль, что я не могу сесть на самолет и прилететь в Майами. Да, все хотят провести с тобой день и делать как ты. Делать как я? Если бы я рассказал про два первых часа моего дня, никому бы не захотелось повторять за мной. И ты бы ничему не научился. Потому что я занят своими личными делами. Если у твоего надежного советника, опытного и надежного советника, настолько много свободного времени, что он может провести весь день с тобой, то это не тот, кто тебе нужен. Он уже не в игре. Оставайтесь с нами. После рекламы мы поговорим о том, как выбрать своего наставника, Джеред. Смотрите, покемон. У меня есть свой покемон, посмотрите на него, попробуйте найти его. Грантачу. Да, Грантачу, черт возьми. Джон, хватит уже. Добро пожаловать на шоу «Молодые дельцы». Мы говорим о наставничестве. Во время рекламы ты сказал что-то интересное о комментариях на нашем Фейсбуке, будто все говорят, наставники — это люди, которые зарабатывают деньги. Я постоянно сталкиваюсь с этой фразой. Ты продаешь книги и зарабатываешь миллионы. Продажа этих книг стоила мне стольких денег. Вы даже не представляете, сколько. Я не катаюсь по всей стране со своими лекциями. У меня нет гастрольного графика на 200 выступлений. Я раньше проводил. Я зарабатывал деньги при помощи семинаров. Вам нужно заработать деньги и вложить их куда-то, что будет, в свою очередь, производить больше денег, чтобы вы могли помочь людям. Ваш наставник не должен иметь возможность постоянно сидеть рядом и обнимать тебя. И я думаю, что многие имеют завышенные ожидания о самой сути работы с наставником, к примеру, для меня. Я задам тебе вопрос. Один вопрос. У тебя нет ощущения, что я недостаточно пользуюсь тобой как наставником? В смысле, не пользуешься. У тебя нет ощущения? Да ты никогда меня не достаешь. Никогда? Нет, он дает мне нечто. Я всегда думаю, что мне стоит выжимать максимум из доступного мне. Я должен учиться. Мне не нужно просить Гранта о помощи. Конечно, я прошу тебя, но... Он наблюдает, смотрит и учится. Но вот что еще делает Джеред. Джеред прошел все мои обучающие курсы. Он постоянно их слушает. Сколько раз ты слушал «Правила успеха»? Я уже со счета сбился. Сегодня ко мне приходил один парень, сказал: «Не знаю, за сколько ты написал эту книгу». 42 страницы. Я написал их за 20 минут. Этот парень пишет для журнала Forbes. И он сказал, я прочел ее 50 раз. Он говорит, каждый раз, когда я ее перечитываю, я узнаю что-то новое. Эта книжка может стать моим наставником. Вспомните, что мы советовали. Выбирайте с умом. Потому что существует очень много шарлатанов. Так много, что они скоро будут в каждой строчке поиска Гугла. Но это совсем другая история. Есть полно людей, которые обещают вам нечто, и их советы не приносят результатов. Google, Facebook, телевизионные компании должны защитить вас, потому что вы не можете защитить себя от них самостоятельно. Опять же, существуют люди, чьи утверждения лживы.
Я не делаю ложных утверждений. Мы действительно делаем людей миллионерами. Мы действительно увеличиваем продажи компании на 100%. Мы действительно учим людей закрывать сделки. Мы делаем то, что говорим и что делаем. Итак, возвращаясь к моменту выбора наставника, вы должны убедиться, что ваш наставник квалифицирован, надежный советник. Мы часто сталкиваемся с продвигаемым контентом. Сейчас многие делают это, потому что интернет дал такую возможность. Но сперва вам нужно осмотреться, прежде чем вы начнете следовать чьим-то советам. А что насчет тебя? Ты ищешь наставником чем? Либо. Две вещи, которым я на данный момент уделяю внимание и фокусируюсь, это наш бизнес и немного продажи недвижимости. И ты тот человек, к которому я могу обратиться по обоим этим пунктам. Да, разумеется, я читаю книги, имеющие отношение к нашему бизнесу, чтобы подчеркнуть некоторые идеи. Но я не делаю как некоторые. О, у него вышла новая книга, срочно сделаю предзаказ. Ну, за исключением твоих книг. Я сосредоточился на главном. Ну и получаю немного информации из других источников, потому что я любопытен. Но я считаю, что многие... Слишком много источников информации, да. Да, и они черпают информацию из огромного количества источников и ничего с ней не делают. И потом снова удивляются, как делать правильно, и снова ищут информацию. Происходит следующее. На вашей кухне появляется слишком много поваров. Я не говорю, что вы должны выбрать именно меня. Возможно, я тот, кто вам не нужен. Но я знаю одно. Вам нужно выбрать кого-то, кто опытнее вас, и придерживаться его или ее советов. Неважно, о чем мы говорим. Это может быть похудение, семейные тренинги. Придерживайтесь этого человека до тех пор, пока не поймете, что вы знаете все, что он может вам дать. Как только вы это поймете, отпустите его и найдете другого наставника. У меня тоже есть наставник. Я никогда не смогу узнать все, чему он может меня научить. Его труды настолько объемны, и столько раз они выручали меня. Сколько раз ты с ним виделся? Ни разу. О. Интересно? Ни разу. Итак, чтобы преуспеть в работе с наставником, необходимо выполнить 4 пункта. Во-первых, выбирай с умом. Убедись, что информация действительно имеет ценность. Во-вторых, не старайся получить информацию из всех источников, которыми у вас уже есть доступ. Выберите кого-то одного, вам не нужно слушать нескольких. И, кстати, как только вы выберете кого-то, не надо спрашивать мнение ваших друзей и вашей семьи о нем, потому что для них он не является наставником, поэтому их мнение не важно. Пункт третий. В точности следуйте тому, что он вам говорит, без исключений. Никаких «но», никаких «я уже пробовал». В моем случае это не работает. Послушайте, если Леброн говорит вам держать мяч вот так, не нужно говорить ему. Почему вы не можете держать его таким образом? Не поступайте так при работе с наставником. И четвертый пункт. Оставайтесь с наставником до тех пор, пока не перерастете его. Джеймс из Северной Каролины. Северная Каролина. Джеймс, чем ты занимаешься? Кто ты? Чем занимаешься? Где живешь? Хотелось бы начать с того, что для меня честь побеседовать с вами по телефону, особенно с тобой, Грант. О, спасибо. Я предприниматель. В данный момент я занимаюсь раскруткой автосалона. Я также делаю видео-промоушен и занимаюсь пиаром в соцсетях и для других людей. О, это круто, мужик, поздравляю. У тебя есть вопрос? Касательно наставников? Да, можешь его задать прямо сейчас. Какой у тебя вопрос? О наставниках. Мне кажется, у меня есть ответ на данный вопрос, который здесь поднимался пару недель назад. Джеред упоминал это, и ты, Грант, тоже говорил, что следует завязать с вредными привычками. И я думаю, что это мой главный недостаток. Именно поэтому я не могу заниматься саморазвитием, когда я прихожу домой с работы. Я не слышал, чтобы ты подобно говорил на эту тему, но я считаю, что это мой главный недостаток. Мужик, послушай, у меня нет проблем с наркотиками и алкоголем, и я также никогда не говорил: «О, это неправильно». Я не знаю, что для тебя неправильно. Я не буду советовать людоеду, живущему где-то глубоко в... Может, для него есть людей, это правильно. Может, я не знаю. У каждого есть свои моральные принципы, знаешь. Если ты живешь, к примеру, в Балтиморе и продаешь наркотики и таскаешь с собой пушку, я не пропагандирую подобного, но... Я прекратил принимать наркотики в 25 лет и прекратил пить алкоголь в этом же возрасте. Я не пил, не курил травку и не принимал других наркотиков, вообще никаких. Я не имею в виду лекарства, я дал себе обязательства. Я не стану употреблять ничего, что будет затуманивать мое сознание до тех пор, пока я не стану супербогатым.
И вот, мне 51 год, я говорю себе, ну что ж, теперь можно чуть-чуть. Ты имеешь в виду, что это позволило тебе видеть больше и помогло тебе? Мой приятель Ли мыл свои руки, прежде чем скрутить косяк, а я тем временем совершал очередной звонок. Я общался с очередным клиентом, заключал очередную сделку. Он мыл руки, а потом крутил за углом здания. Я получил больше времени из-за того, что я не тратил свое время на вещи, которые затуманивали мой разум. Меня все это делало медлительным, нервным, и я постоянно думал и передумывал все подряд. Эти постоянные раздумья заставляли меня отступать, вместо того, чтобы действовать. Это все замедляло меня. Это все замедляет тебя. Расскажи, как ты завязал курить травку, и через сколько времени ты устроился на эту должность? Я думаю, что где-то через 60 дней. 60 дней. Он завязал с травой и через 60 дней стал вице-президентом нашей компании. Неплохо, не так ли? Оставайтесь с нами. Мы уходим на перерыв, но скоро вернемся и ответим на ваши звонки. Поговорим о наставниках, о деньгах, о миллионерах. Мы снова с вами. Не знаю, почему некоторые сомневаются в моих словах, когда я обещаю сделать их миллионерами. Я обещаю, что я сделаю их миллионерами. Слушайте меня. Я обещаю, что сделаю вас миллионерами. Или декамиллионерами. Или гектамиллионерами. Или миллиардерами. Такого я обещать не могу, потому что сам не миллиардер. Но я могу обещать, что покажу вам, как заработать 100 миллионов, потому что я сам смог этого добиться. Я вспомнил все подробности и подчеркнул, что я сделал правильно, а что нет. Я собрал все это вместе. Вам только не нужно прекращать прислушиваться к моим советам. 2 года назад мы с тобой сидели в этой же студии. И ты сказал, на этом шоу я сделаю из тебя миллионера. И это увидят все. И я смог. Мы смогли. Дай 5, братан. Но по правде говоря, это полностью его заслуга, потому что он выбрал себе наставника. Он доверял своему советнику. Он смотрел, как я живу. До этого я постоянно отвлекался. У этого много подписчиков. Этот говорит что-то полезное. Все вот такое в этом духе. Он прочел кучу разных книг, я сказал, читай, если хочешь, но они тебя только запутают, потому что Гэри пишет, зашибай бабло. Но нужна стратегия. Нужно во что-то вкладывать деньги. Ему нужно вложить деньги сейчас, а не через год. Он сейчас не в том же положении, что и Гэри. Ему нужно инвестировать прямо сейчас. Он только-только женился. Ему нужно платить по счетам за квартиру. Нужно оплачивать автостраховку. Поэтому ему лучше вложиться в мой бизнес, заработать деньги как можно быстрее, чтобы затем искать другой источник дохода. Это просто другая программа, не такая, как у Гэри, или у Боба, или у Джона, или у Джилл. Или у кого-то еще. Выбирайте наставника с умом, ребята. Надежный советник, опытный, старше или младше. Это не важно. Не нужно путать его с постоянными телефонными звонками. К примеру, я работаю с Грантом, и я очень редко говорю ему, «Эй, мне нужна помощь. Как бы ты поступил на моем месте?» Я почти никогда. Пожалуй, был только один раз, когда я попросил тебя помощи. Всего один раз. Да, пришлось дать ему совет, но в большинстве случаев Джеред учится на своих ошибках. И они иногда для него очень болезненны. Я его просто ставлю перед фактом. Ты должен делать так. Ты должен закрыть эту сделку. К примеру, мы ведем переговоры, и другая сторона чувствует, что она остается не в выигрыше. Я говорю, ты должен найти компромисс. Потому что нам нужна эта сделка, но мы не можем больше идти на уступки. А Джеред никогда до этого с подобным не сталкивался. Откуда ему знать, как действовать в этой ситуации? Откуда вам знать, как стать миллионером, если вы всю жизнь были средним классом, как и ваши родители? Всем нужен наставник. У Джереда он был и у меня. Мой наставник уже умер. Он умер, когда мне было 10 лет. Чему он научил меня, не сказал мне ни слова. Вкалывай, как проклятый, а потом умри. Это был один из его уроков. А потом у него произошел разрыв сердца. Ты в курсе, что в первые 40 лет моей жизни я работал так усердно, что рисковал получить сердечный приступ? Каждый раз, когда я прихожу к врачам, меня спрашивают, есть ли у меня семейные сердечники? Итак, у нас здесь Джо из Калифорнии. Джо, как дела? Привет, Грант, привет, Джеред, как вы? Отлично, отлично. Тони, Оскар, Лина, поприветствуйте Джо. Как делишки? Хорошо, вот звоню вам из солнечной Калифорнии. Хотел бы задать пару вопросов. Да, давай, задавай. Я только вернулся из армии, и...
Начинаю искать себе работу. Сейчас у меня временная подработка. Мой вопрос, что бы ты делал на моем месте, если бы пришлось начинать с нуля? Мужик, я каждый день начинаю с нуля. На твоем месте я бы нашел то, чем ты терпеть не можешь заниматься. Чем бы это ни было, чем ты занимаешься на работе? Это подработка в KFC. Ненавижу его всем сердцем. Отлично, абстрагируйся. Если вы научитесь абстрагироваться от занятий, которые вам не нравятся, то результаты будут невероятны. Если ты научишься ходить с широкой улыбкой, выглядя как Гвенни Рустер... Как кто? На работе, которую ты ненавидишь, Бенни Рустер — важный петух. Если ты научишься любить эту работу, то глазом моргнуть не успеешь, как тебя повысят. Прекрати действовать, как все остальные, и начни действовать, как тот, на кого ты равняешься. Я гарантирую вам, если бы сейчас в студии был Уоррен Баффет, и мне бы потребовалось смахнуть пыль с того угла, он бы в свои 80 сказал, да без проблем. Он был бы счастлив. Первое, что тебе нужно сделать, это правильно себя настроить. Так быть мотивированным, если ненавидишь все, что с тобой происходит. Это единственный способ отделить себя от ничтожного большинства этой вселенной. На нашей планете 7 миллиардов человек. 7 миллиардов человек. Я хочу создавать что-то самостоятельное, хочу открыть свой бизнес, но я понимаю, что я должен начать отсюда. Это единственный способ чего-то добиться, это начать с самого низа. Если ты работаешь в Макдональдс и тебе не нравится доставка, ты ведь работал в Макдональдс? Да, я ушел, потому что не смог понять, как и что нужно делать. По правде говоря, меня уволили. Кто-то должен был сказать тебе работать так, будто тебе нравится эта работа, до тех пор, пока действительно ты ее не полюбишь. Ты работал с парнем, которому она нравилась, он хотел узнать все про свою работу, и теперь он владеет несколькими Макдональдсами. Он владелец около 9 ресторанов, потому что он вел себя так, будто ему нравится работа, которую он ненавидел. Одна и та же работа. Вот что я бы посоветовал тебе, мужик. Купи мои курсы, тебе нужен наставник. Даже если вы спите, включите в наушниках мои аудиокурсы, позвольте мне говорить с вашей головой всю ночь. Это вам не навредит. Ничего плохого я вам не скажу. Просыпайтесь, слушая меня. Езжайте на работу, слушая меня. Езжайте домой, слушая меня. Хочу зачитать сообщение Фила Дейда. 7 апреля я оставил всех своих друзей и переехал в Сан-Диего. С тех пор я не пил ничего крепче воды. Когда я переехал, у меня не было ничего. А теперь я заключил 6-миллионную сделку в сфере недвижимости. Я просыпаюсь без будильника в 5:45. И с нетерпением еду в офис. Это была лучшая неделя моей жизни. Я хочу от всей души поблагодарить вас, ребята. На его расчетный счет только что пришел $1 миллион. Знаете, что он хочет вам сказать? Я пожертвовал своими друзьями. Поймите, вам нужно чем-то жертвовать. Ларри Уингет, мой приятель Ларри Уингет, говорит, все составляют список того, чего они хотят, но никто не составляет список того, от чего можно отказаться. Этот парень отказался от друзей. Они даже не друзья. Все эти семейные праздники с тетями, с дядями. Да вам же не нравится на них присутствовать. Меня всегда забавляет. Когда я переезжал сюда, меня не покидала мысль, я покидаю своих друзей. Мне придется лишить себя привычной жизни, веселья, и придется заниматься чем-то другим. А потом я подумал, да у них у всех свои дела. Сначала у одного рождаются дети, вы начинаете реже видеться, потом они появляются у другого, и в итоге оказывается, что ты тот единственный, кто цепляется за своих друзей, пока они строят свои семьи. И потом ты понимаешь, что с тобой ничего не происходит на самом деле. С ними, да, с тобой нет. Да. Давайте поговорим с Дэйвом. Это ведь он приглашал меня посетить бойцовский матч. Его звали Коди. Да, Коди. Давайте поговорим с Коди. Как дела, Коди? Как сам Гранд Каброн? Эй, Гранд Каброн. Дружище, расскажи нам, кто ты и чем занимаешься? Меня зовут Коди Уильямс, я профессиональный боец в смешанных единоборствах. Я дерусь уже 5 лет. Также я страховой брокер, работаю в Техасе. Woodman Financial Group. Я заметил, что на прошлой неделе Джеред вел передачу один и сказал, что Грант отдыхает в Новом Орлеане. И я посмотрел ее Snapchat. Он регулярно выкладывал туда свои фотографии и предложил угадать, в каком ресторане он находится.
Я знал, что сейчас можно привлечь внимание Гранта, поэтому я написал ему и позвал его посмотреть на мой бой, чтобы он приходил поддержать меня. Он написал мне Snapchat, ведь так? Да. И я ответил ему: «Мужик, а ты обещаешь хорошие места в зале?» И что он ответил? «Места? Ты будешь находиться в моем углу, ты мне нужен там. Лучшего места не найти». Я собрался взять с собой вату, которую заталкивает в нос, и всякие приспособления для обработки рассечений, там, знаете. Cut him, Mickey, cut him! Я собрался прихватить все это с собой, а он сказал: «Постараюсь обойтись без рассечений». Итак... Итак, бой состоялся 22 июля, Лейк Чарльз, штат Луизиана, 9 часов вечера, на арене Golden Nugget. Бой будет транслироваться по местному и национальному телевидению. Мы сделаем тебе рекламу, представим тебя аудитории, которая еще о тебе не слышала. Будет, знаешь, будет круто и весело. Здорово. Ты можешь примерно сказать, когда все закончится? Сколько будет раундов? 3 или 5? Три раунда по 5 минут. Я думаю, что мы пойдем домой. Думаю, где-то после второго раунда. После второго. Я хочу, чтобы ты одел футболку с надписью 10X. Конечно, приноси. Я уже связался с Шерри, и она мне выслала логотип, и я разместил его на своем баннере. Поэтому с этим все в порядке. Круто! У тебя такая здоровенная татуха на спине. Итак, Коди Уильямс, он есть в Снапчате и Твиттере тоже, ведь так? На Твиттере Коди Бой Уильямс, у меня еще есть Инстаграм, просто напишите в поиске Коди Уильямс. О, черт возьми! Я сейчас смотрю, как ты отправил нокаут Нейта Дога Гарсу. Когда победишь, вытащи меня с собой на ринг, я должен там быть. Конечно, ты там будешь. Я подкачаюсь перед этим. Будет здорово. Я уже внес список гостей, твою жену, сестру, поэтому приходите. Здорово, здорово, братан. А как дела твои в сфере страхования? Сейчас расскажу. До этого я работал в ритейле мобильного оператора Verizon. Но 3 месяца назад друг позвал меня работать к себе. Он целый год рассказывал мне про страхование. На данный момент я продал обычных страховок в районе 90 тысяч и страховок премиум-класса где-то на 200 тысяч. Внушает. И как по деньгам? Сколько ты получил с продажи этих премиальных страховок? Ну, мы работаем примерно с 20-25 различными компаниями, поэтому проценты везде немного разные, но если прикинуть, то я заработал где-то 22 тысячи. И сколько ты там работаешь? Почти 3 месяца. Понял. Здорово, братан. Я с радостью помогу тебе. Ты еще не купил мой курс «Путь к миллиону»? У меня есть буклет и аудиокурс. Я привезу его с собой, Вручим прямо ему. Вот твой пояс, а вот мой курс. Здорово, здорово, спасибо. С нетерпением жду нашей встречи, Коди. Спасибо за звонок. Пока, братан. Итак, мы говорим о наставничестве. Итак, во-первых, кто твой наставник? Прежде чем просить кого-то стать вашим наставником, загляните в словарь. Многие даже не знают, что означает это слово. Это опытный и надежный советник. Надежный. Поэтому, если кто-то зарабатывает много денег, но на самом деле является обычным мошенником, скорее всего, это не тот, кто вам нужен. Нужен кто-то, кому можно полностью доверять. Если вы не узнали о нем все, то вы не можете ему доверять. Вам нужно узнать о нем все необходимое, чтобы убедиться, что он вам подходит. Возраст, сколько он этим занимается, это не столько важно. Есть один известный оратор. Я решил... Я буду повторять все его шаги карьеры. Я начал изучать его карьеру и вдруг понял, ну нет, пожалуй, за ним повторять я не буду. Потому что это было не то, что мне требовалось. Это не значит, что он делал что-то неправильно. Это не подходило мне. Вы даже не будете знать, во что ввязываетесь. То же самое происходит, когда вы читаете книги или цитируете кого-то. Однажды я кое-кого процитировал, потом мне позвонили из Калифорнии и сказали: «Почитай, что произошло с этим человеком, которого ты процитировал». Я уточнил, он покончил жизнь самоубийством. Я не хочу рекламировать самоубийц. Пара-тройка умных изречений, а потом он повесился. Ну нет уж.
Звучало немного грубовато. Джастин из Индианы. Джастин. Итак, какова последовательность? Во-первых, выбирайте с умом. Во-вторых, ограничьте количество источников информации. В-третьих, делайте все, что вам советуют, без исключений. И в-третьих... В-четвертых, именно поэтому я загибал пальцы. Итак, приятель, как дела? Мы тебя слушаем. Привет, ребята, как вы? У нас все отлично, спасибо за звонок. Кем ты работаешь? Я продаю наливные эпоксидные полы. Понял. Ну и как твой бизнес? Ну, и очень хорошо, и в то же время не очень. Продажи идут отлично, но я испытываю затруднения, потому что на мне лежит 90% всех обязанностей, включая доставку и установку. И порой мне бывает очень тяжело. Но мой вопрос касательно наставничества. Я почти отчаялся найти хорошего наставника. Мне кажется, что почти все, например, ты или Джерард, или Кен Уолтер, все, на кого я смотрю и думаю, вот отличный парень, вы все очень заняты, и становится невозможно выйти с вами на связь. И непосредственно вопрос, как мне выйти на связь с высококлассным специалистом, потому что я не хочу получать любительские советы от каких-то середнячков. Я хочу получить совет от того, который, если можно выразиться, сожмет мои яйца, заставит меня измениться, но я не знаю, как мне наладить контакт с крутыми спецами. Я не понимаю. Ну, опять же, это возвращает нас к тому, с чего мы начали этот выпуск. С определения слова «наставник». Основной наставник Гранта, он с ним ни разу не разговаривал. Ни разу. Никогда не встречался с ним. Не просил его позвонить по телефону. Он просто брал информацию и учился. Поэтому я думаю, что тебе стоит начать оттуда, откуда начинал свое время я. Расширь свой кругозор, открой глаза, будь любопытен. Я слежу за всем, что делает Грант. Я поглощаю любую информацию, которой он делится. Это мой взгляд на наставничество. Он хочет сказать, что... Послушай, я понимаю, что ты хочешь, чтобы кто-то уделял тебе время, но правда в том, что он действительно... К примеру, я сейчас готовлюсь к тому, мы редко это упоминаем, но я готовлюсь к тому моменту, когда я не смогу больше выпускать новый контент. Поэтому сейчас я вкладываю все свои силы в то, чтобы зафиксировать все свои знания и предоставить их людям, потому что настанет момент, когда я не смогу вести шоу. Я тебя подменю. Да, она будет называться «Дельцы среднего возраста». Итак, что я хочу сказать? Найди того, кто пытается зафиксировать все полученные знания, принесшие результат. И убедись, что они преуспели в этом. Убедись, что это не те, о которых мы говорили ранее. Что это не те, кто сделал состояние, уча людей, как сделать состояние. А те, которые сперва разбогатели, а потом уже начали учить. К примеру, если взять сетевой маркетинг, если кто-то берет и покупает компанию сетевого маркетинга, а затем говорит всем, что знает, как построить подобную компанию, но он не знает, как ее построить, он знает, как ее купить, это неплохо, да. К примеру, у меня есть приятель, который основал компанию, затем продал ее на Уолл-стрит. С транзакциями он получил 4 миллиарда. И он также инвестирует деньги в другие компании. Сейчас я хочу, чтобы вы поняли разницу. Люди считают, что раз он продал компанию на Уолл-стрит и сделал на этом 4 миллиарда, то каждое последующее его вложение по умолчанию будет успешным. Но в действительности это не так. Нужно понимать разницу. В чем он действительно хорош? Это не в построении компании, в которой другие смогли увидеть огромный потенциал. Это не в том, чем я занимаюсь. Поэтому я не буду обращаться к нему за советом. Но, возможно, кто-то еще будет. Итак, я не знаю, что еще добавить, приятель. Во-первых, вопрос, который ты мне задал, мы рассматриваем в сегодняшнем выпуске, но если ответ тебя не устроит, то прочти мой курс, чтобы понять, какой вопрос тебе действительно стоило бы мне задать. И это позволит тебе понять ответ Гранта. Да-да. Это как если бы ты решил переехать в Мексику, не зная испанского. Ты можешь туда поехать, но не сможешь понимать людей, потому что вы говорите на разных языках. Поэтому
Ты сперва готовишься, учишься говорить по-испански, а уже потом едешь туда. Да, именно. Однажды я с женой был в Италии. Мы спрашиваем людей, какие здесь самые лучшие рестораны. Дело было во Флоренции. Какие самые лучшие рестораны? Люди что-то объясняют жестами, что-то говорят. Я ни слова не понимаю. В итоге мы едем через Флоренцию в какой-то один ресторан. Дело в том, что я не удосужился узнать о местных обычаях. Там ни один ресторан не работает с 3 до 6 часов дня. И пока мы искали лучшие рестораны, все они были закрыты. Мораль истории в том, что я не знал обычаев этой страны. Джастин, надеюсь, мы помогли тебе, и ты получил желаемый ответ. Да, спасибо за ответ. Я очень это ценю. Просто я очень огорчен тем фактом, что я очень хорош в продажах, но я едва-едва держусь. Это уже не смешно. Мне срочно нужно что-то менять. Послушай, вот что я тебе скажу, основываясь на том, что ты говорил сейчас и в начале беседы. На твоем месте я бы не занимался доставкой. Занимайся только продажей. Только продажей. Я не могу найти надежных работников. Найди обычных. В таком случае, найди обычных. Иногда следует сделать один шаг, чтобы продвинуться дальше. Поэтому занимайся продажами и найди кого-то, кто будет выполнять установку. Я пытаюсь уже 4 года, и все безуспешно. Не могу подобрать слов, как это трудно. Я понимаю, что это не редкость, но почти все строители, наемные рабочие, либо алкоголики, либо все они наркоманы. У них могут отобрать водительские права, или они просто не выходят на работу. Я понимаю все. Все понимаю, что это очень тяжело собрать надежную команду. Если бы это было легко, это бы не приносило денег. Надо с этим смириться, надо смириться. Ты ищешь работников на нашей искалеченной планете. Она искалечена. Люди не читают книг, не учатся, играют в покемонов, одновременно смотря эту передачу. Это просто безумие. Не дай бог вы сейчас играете в покемонов. Я знаю людей, которые не готовы платить $500 за эти курсы, которые стоят $5500, но для некоторых и миллион. Я отдаю курс стоимостью $5500 за $500, но они не покупают. Вместо этого они купят новые диски на свою тачку, за которую еще не выплачен кредит. Люди часто подкалывают меня, когда я делаю репосты твоих видео. Раньше я обижался, и мне было неприятно, но сейчас я понял, что все они просто застряли, они не пытаются учиться новому. Все, что они делают, это тратят свое время и распространяют негатив. Это все, что они делают. Я благодарен вам, ребята, не могу найти подходящих слов, насколько... Рады помочь, приятель. И даже если все так, как ты сказал, тебе нужно прекратить говорить, что ты не можешь найти хороших сотрудников. Прекрати так говорить. Чем чаще ты это говоришь, тем правдивее становятся твои слова. Спасибо, Джастин. А теперь у нас Сэм из Чикаго. Сэм. Эй, Сэм. Я тут. Дружище, скажи, что проще купить в Чикаго, книгу или пистолет? Ну, я живу в пригороде, поэтому оружие у нас достать трудно. Значит, у вас там книги, так? Да, у нас книжные магазины на каждом углу. Понятно. Ты знаешь, недавно я видел небольшой опрос про твою книгу «Правила 10X», и оказалось, что в Чикаго у тебя много поклонников, очень много. Круто, дружище. Твои люди, братан. Твои люди. Это типа мафия, а я как Аль Капоне. На самом деле его звали Аль Кардоне, ведь так? Просто он поменял на Аль Капоне. Он хотел быть крестным отцом, истинным крестным отцом 20 века. Итак, какой у тебя вопрос, Сэм? Сэм. Я написал свой вопрос в комментарии. Вы не читали? Так, смотрю комментарий прямо сейчас. Вы не видели, что я писал? Можешь сказать, что ты написал, так будет проще? Да, конечно. Я хотел узнать, что если продажи, если продавать это не мое, а ты говорил, что следует делать то, что тебе действительно нравится. Можно разбогатеть, не работая в сфере продаж. К примеру, работая разработчиком софта или программистом. Эти профессии не подразумевают плотного общения с людьми, разговоров.
так как ты проводишь продолжительное время за компьютером, реально ли использовать твои курсы, твои техники и уроки, если ты не работаешь в продажах? К примеру, если ты разработчик. Несомненно. Конечно, можно. Их используют актеры, актрисы. Я знаю одного посла. Ты в более выгодном положении, если речь идет о продажах, чем сами продавцы. Те, кто имеет этот особенный склад ума, как Роберт. Роберт вполне может продавать лучше, чем я. Я вроде как... Я как Рэмбо. А Роберт действует скрытно. Роберт как хищник из одноименного фильма. Я думаю, что люди просто не понимают. Он незаметен. Он опасен. Что все зависит от того, как ты ставишь себя. Открытые люди, экстраверты, сверхкоммуникабельные, зачастую могут этим отпугивать людей. А есть те, которые заходят со стороны. Да, первый тип кажется более опасным, как я. Когда я заключаю сделку, мне приходится тратить уйму времени, чтобы уйти немного в сторону и в итоге получить то, что мне нужно. А Джереду это дается гораздо проще. Он вызывает доверие. «Приятель, я на твоей стороне». Но если я буду действовать так, мне никто не поверит. Во время сделки я действую как опасное животное. Видел так? О, да. А твой подход абсолютно другой. Мне стоит взять на вооружение его методы, как и методы менее коммуникабельных людей. Мне нужно понять, как они действуют, а вам, в свою очередь, нужно научиться моему подходу а-ля тиранозавр. Когда у тебя короткие лапки, тебе приходится быть агрессивным. Понимаешь, о чем я, дружище? Но тебе нужно определиться. Дело не в продажах, а в доходах. Ты должен быть хорош в том, что ты делаешь, должен использовать возможности, понимать твой потенциал и знать, как его улучшить. Дело в пределах вашего графика о доходах. Это должны понять все, кто сейчас смотрит. Когда вы выбираете наставника, вы выбираете его в зависимости от того, каким вы хотите видеть ваш график о доходах. Это святой грааль вашего развития, высшая точка в этом графике. Если вы не понимаете, о чем я, если у вас нет графика о доходах, то, по правде говоря, у каждого он есть. Неважно, на бумаге или нет, он есть у всех. Это верхний предел нашего заработка. Не то, что ниже, а верхняя точка. Самая верхняя. Весь этот курс посвящен доходу, тому, как сделать состояние. Но никто не хочет учить тому, как сделать себя. Продолжай. Мне вот что интересно. Если я разработчик и вообще не занимаюсь продажами, сижу за компьютером по 12-13 часов в день, как можно заработать миллион таким образом? Не все ведь от природы общительное. В комментариях я приводил несколько примеров разработчиков, которые зарабатывают по 5-10 миллионов. Итак, мой вопрос в следующем. Подойдет ли мне курс университета Кордона, если я особо не умею общаться с людьми? Я думаю, ты не совсем уловил смысл. Первое, чему мы учим в университете Кордона, это правильное определение слова «продажи». Неважно, сидишь ты перед компьютером или пишешь программы, конечный продукт должен куда-то попасть. Если ты хочешь пойти работать в компанию, если ты недоволен своим доходом и считаешь, что тебе нужна другая работа, или ты не хочешь начать свое дело, но в любом случае всегда будет присутствовать взаимодействие. Даже если ты не продаешь в прямом эфире, продажи будут влиять на контракты, которые ты заключаешь, или на позицию, на которую ты устраиваешься. Работа, на которую ты устраиваешься, договор, согласно которому кто-то будет платить тебе определенную сумму, я бы посоветовал. Вернемся к вопросу. Я бы на твоем месте не стал покупать курс университета Кордона. Я бы купил вступление к нему. Вот этот курс. Потому что если некий программист заработал 4-5 миллионов, это значит, что он хотел этого. Ему не просто повезло. Потому что он мог остановиться на 1 миллионе, согласен? Да. Он мог бы сказать, хватит, 4-5 мне не нужно. Ему хотелось 5 миллионов. Если бы мне пришлось начинать мою карьеру заново, я бы сперва начал с этого. Я считаю, что большинство, неважно, начинают ли они заниматься продажами, становятся ли программистами или устраиваются на другую работу, они не понимают, откуда идет приток денег. И вот почему так много людей останавливается, будучи разочарованными. Они просто не понимают, думают, сперва все было хорошо, а потом прекратилось. Не знаю, хочешь ли ты стать первоклассным программистом или же просто хочешь много заработать? Чего ты хочешь?
Думаешь, и то, и другое? Нет, чего ты хочешь? Можно быть первоклассным программистом и зарабатывать много денег, да? Да, да. Так зачем выбирать одно? Ну, я спрашивал, чего ты хочешь? Я не хочу быть программистом. Если ты хороший программист, деньги будут приходить в любом случае. Нет, деньги не появятся сами по себе. Это не покемон. Даже в этой игре нужно потрудиться, чтобы поймать покемона. Тебе нужно как-то забрать деньги. Они уже на нашей планете. Что ты будешь использовать? Ты будешь использовать свои навыки программиста, или короткую юбку, или огромные бицепсы, или смешанные единоборства. Но в любом случае... Тебе нужно дать окружающим знать о твоих навыках. Нужно дать им понять, почему именно ты, почему не другой программист должен заработать 4-5 миллионов. Вот испытания, которые тебе предстоят. Конкуренция, проблемы распределения времени, как мотивировать себя, проблема, веришь ты в себя или нет, финансовые проблемы, о господи, у меня еще один контракт, если я не возьму за него. Это свойственно каждой работе. Каждой. Начиная от секретаря на ресепшене, заканчивая работой Роберта или моей работой. У меня сейчас в процессе несколько сделок по недвижимости. Я в процессе сделок. Они говорят правду? Почему они так говорят? Что они ожидают от меня? Могу ли я скинуть цену, если предложу что-то еще? Нужно ли мне заплатить больше, чтобы заключить сделку? Я не знаю, черт возьми, я стараюсь выяснить. Я никогда не думал стать программистом, пока ты не сказал про 5 миллионов. То есть ты думаешь, что можно сделать состояние, даже не работая в продажах? Я думаю, что любая работа — это продажи. Ты спрашиваешь не то. То есть ты считаешь, что к продажам и работе за компьютером применимы одни и те же алгоритмы? А как ты получил свою работу? Как ты ее получил? Как ты обсуждал свой контракт? Как ты убедился, что тебе будут вовремя платить? Сколько ты заработал за прошедший год? Сколько я заработал? Да, это был вопрос. Около 70-80 тысяч. То есть ты не знаешь, как заработать по 4-5 миллионов в год? Чтобы подняться от 70 тысяч до 5 миллионов, тебе придется участвовать в сделках, тебе придется общаться с людьми. Тут нет никаких алгоритмов. Окей. Алгоритмы не принесут тебе денег, люди владеют ими. Люди, придумавшие покемонов, тоже продавали свою идею. Люди, создавшие игру, тоже продали идею. Или же кто-то продал ее за них, но прежде им пришлось найти этих людей и обсудить все условия сделки. В любом случае, даже если ты выяснишь, как стать таким, как Майк Тайсон или Леброн Джеймс, в итоге все равно тебе предстоит заключать сделки, тебе все равно предстоит заключать контракт с фирмой Beats, так? Неважно, кто ты и чем занимаешься. Допустим, ты певица Адель, тебе все равно нужно уметь вести переговоры. Тебе может понадобиться позвонить и сказать: прекратите использовать мою песню в вашей рекламе, вы мне не заплатили. Тебе нужно вести дела, управлять командой. Ты женат или еще холост? Холост. Главной продажей в твоей жизни будет парень или девушка, который ты выберешь. Какой курс ты мне порекомендуешь? Рекомендую тебе Grand Cardon Playbook. Я честен с тобой, я не буду рекомендовать тебе курс за $2000, потому что для тебя лучше курс за 495. А может, порекомендую что-то еще или только это? Дружище, у меня полно бесплатных материалов на сайте grandcardon.com и платные, начиная от $10. Купи буклет миллионера. Не обязательно покупать у меня, можешь купить на Amazon. Там нет ни слова о продажах. Я их не упоминаю ни разу за всю книгу. Хорошо, значит, куплю это. На твоем месте я бы купил Playbook to Millions. На данном этапе больше ничего не нужно. Или же можешь купить правила 10X. Или же буклет миллионера. Я гарантирую тебе... Такой, как ты, ему нужно работать с наставником. Работа с наставником даст хорошие результаты, но он должен действовать в духе, да, сэр? И не пытаться фильтровать, дружище. Тут нет никакого алгоритма. Тебе сказали, ты делаешь. Ты нанял тренера по плаванию, он тебе говорит, делай так. И ты должен делать так, как он говорит, должен выполнять его команды до тех пор, пока не сможешь выполнить все самостоятельно. А уже потом ты сможешь добавлять к этому свои приемы. У тебя есть вопросы? Потому что шоу подходит к концу. Спасибо за звонок, Сэм. Я надеюсь, мы помогли тебе. Дай знать, когда начнешь зарабатывать 700 тысяч.
Трой спрашивает, мне 50 лет, и я только начинаю. С чего лучше начать и каким образом? Найди цель. Все начинается с цели. Нет цели, не будет и побед. Я постоянно говорю про цель в своей организации. В какой отдел бы я ни зашел, я первым делом спрошу про цели. Какова цель? Какова цель? Мы вчера это обсуждали. Это относится к моей семейной жизни. Дорогая, какова наша цель? Я женат уже 12 лет. Что мы делаем? Потому что по прошествии времени мы просто спим рядом. Она лежит со мной в кровати, у меня двое детей, и я стал принимать все как должное, даже вид из окна. Ну да, я живу на 33-м этаже, посреди облаков. Мимо пролетают самолеты. Опять что-то сломалось, радио не работает, кондиционер тоже. Я спросил жену, какова наша цель? Ах да, если же ты ныл по поводу кондиционера, я думал, это цель. Я запутался. А кто не запутался? Вот именно поэтому нам нужны наставники. Каждому из нас нужен наставник. Если ваш наставник Иисус, то действуйте так, как Он советует. И не создавайте проблем тем, кого вы просите о помощи. Я же говорил про Иисуса. Да я просто... Я говорил про Иисуса, а ты перебил. Я хотел... Если вы выбрали в качестве наставника Иисуса, то узнайте про Него все. 45-минутной проповеди по воскресеньям недостаточно. Это не наставничество. Этим вы не посвящаете себя Ему. Это как хобби. Это как сказать, Иисус, ты мое хобби. Вы бы сказали это Ему в лицо? Нет, ни за что. Только не Иисусу. Ладно, продолжай. Я хотел сказать, что не стоит доставлять вашим наставникам лишние хлопоты, особенно если это очень занятый человек. Делайте все, что в ваших силах. Делайте, как я. Попытайтесь найти максимальное количество информации. Мне говорят, я хочу, чтобы Грант был моим наставником. Хорошо, а какие из его курсов ты купил? Ну, я прочел правила 10X. И что еще? Больше ничего. Вы недостаточно посвящаете себя ему. Хотите, чтобы я был вашим наставником, тогда выпишите мне чек на 100 тысяч долларов. Идет? На 100 тысяч долларов. И когда я получу чек, я дам вам первое задание. Даете мне деньги, и первое задание будет купить этот курс за 5 тысяч долларов. А разве это не входит в те 100 тысяч? Нет, приятель. Покупай вот это за 495, хотя к тому времени курс уже подорожает. Затем выписывайте мне чек еще на 5 тысяч долларов. Как только прослушаете курс, звоните мне, и я дам вам следующее задание. Блин, да ладно, ты шутишь. Я бы мог сделать это самостоятельно. Спасибо за то, что смотрели. Надеюсь, было полезно. Спасибо за комментарии. Даже если вам не понравился выпуск, пишите об этом комментарии. Дай нам знать. И если понравилось, тоже пиши об этом. Поделись своим мнением. Неважно, плохое оно или хорошее, нам все равно. Мы просто хотим, чтобы вы смотрели. Мы хотим отвлечь вас от плохих новостей. Даже если вам не понравилось, мы, по крайней мере, оберегли вас от херни. Второе ругательство за сегодня.